А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС группы. Всем привет! Сегодня я вам покажу необычный скрипт для Пигги. С помощью этого скрипта вы сможете активировать команды через админ панель. В принципе, такое вижу первый раз. Так что это будет новый опыт в использовании таких скриптов. И мы с вами сейчас, в принципе, все проверим. А сразу скажу то, что там команд очень много. И также все команды будут в описании. Кому интересно, можете заглянуть. И также следующий видеоролик выйдет, когда на этом видеоролике наберется 200 лайков. Как только 200 лайков набираем, я сразу иду для вас записывать новый видеоролик. Итак, давайте приступим. У меня уже скачан чит, но он будет в описании. Выбираем удобный для нас язык, либо русский, либо английский. Для меня будет удобен русский. Нажимаем. До сих пор пока что ключ не нужен. Нажимаем просто логин и заходим без ключа. Так, сейчас он загрузится. Вот это стираем, оно нам не надо. После этого нажимаем inject. Значит, смотрите, у кого на inject так же, как у меня, не работает, скачиваем вот это приложение по ссылке в описании. И перед тем, как нажимать select DLL, скачиваете чит и переносите папку с читом на рабочий стол. После того, как перенесли папку с читом на рабочий стол, нажимаем Select DLL, потом рабочий стол, заходим в эту папку, которую перенесли с читом, и нам нужен вот этот вот файл. Нажимаем открыть, потом Roblox и Inject. Все, ждем сейчас, когда у нас иконка появится. Да, все появилось, значит Inject прошел, отлично. Так, теперь скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Он у меня уже скопирован, я его вставил. Нажимаем Exclude. Так, у меня вылетело. Ладно, давайте я сейчас быстренько перезайду, и мы с вами продолжим. Итак, все, я перезашел. Заново давайте инжектимся. Так, все, ждем. Сейчас инжект у нас пройдет. Да, все отлично. И заново активируем скрипт. Так, все, он активировался. Видите, тут анимация пошла. Тут какое-то название было, не успел прочитать. И вот она, наша панелька. Не знаю, будет вам видно или нет. Может быть, сливается с фоном она, но она вот она есть. Ее можно перетащить куда хотите. Допустим, в правый верхний угол, либо в левый верхний угол. То есть, куда вам будет удобно. Давайте я в правый верхний угол вот сюда перетащу. Так, и давайте нажимаем play. Я не знаю, меня там свинья уже ждет или нет. Нет, пока что не ждет. Так, бежим вот сюда. Нажимаем потом вот сюда. И пишем команду. Давайте я напишу команду noclip. Я, в принципе, думаю, вы все про эту команду знаете. Так, я неправильно написал, извиняюсь. Вот так. Все. Видите, вот тут появилась надпись. Это значит активировалось. Также его можно выключить. Просто пишите клип. И он у вас отключается. Значит, смотрите, вот тут дверь. Я сейчас через нее, когда у меня не был ноуклип, я не мог пройти. Теперь у меня включен ноуклип. Как видите, я смог пройти. Давайте мы с вами его отключим. Все, отключили. И смотрите, я вот тут теперь могу бегать. И все, я назад, я никак не вернусь. Я пройти не могу. Получается, изи победа. Я покажу в этом видеоролике только основные команды. В принципе, их больше 100. И все остальные команды, я думаю, вы сами сможете проверить. Так, давайте включим Fly. Я еще, кстати, не проверял, как он работает. А, ну он работает, как видите, офигеть. Можно чисто летать по карте. Конечно, из-за темноты плоховато видно, но я думаю, в принципе, на видео будет нормально. Так, ну как видите, он работает тоже. Можно летать по карте, можно даже залететь куда хотите. Ага, вот тут даже, смотрите, дом получается недостроен. Прикольно. Так, ладно, давайте возвращаемся на начальное место. И сейчас мы с вами его отключим. Отключить пишем YunFly. Так, все, отключил. Как видите, он отключился, отлично. И давайте попробуем включить спид. Так, и там нужно, по-моему, вроде бы как 50 писать. Там такая вот черточка.
50. А, так. Ага. Я бегать теперь вообще не могу. А что, если просто написать 50? Вот. Вот так просто работает. Все, я понял. Значит, через черточку лучше не пишите. А, ну, вот, как вы можете заметить, я стал намного быстрее бегать. Давайте, я думаю, сотку сделаем. Так, все готово. Ну, как видите, еще быстрее стал бегать. Офигеть. Хорошо то, что работает. Так, теперь давайте понизим его на начальный. Начальная скорость у нас где-то 25, я думаю, была. Ну, примерно так, да, даже немножко поменьше, но можно так оставить. А, так, следующая функция — Goto. А Goto — это телепортироваться к игроку. Я не знаю, какие игроки в живых остались, но давайте вот, допустим, тпхнемся у кого недлинный ник, вот у него. Значит, пишем Goto. GH CD S D T. Оп. И как видите, я тпхнулся к нему. А, я так понимаю, он все-таки умер, скорее всего, потому что я тпхнулся в какую-то темноту. Но, как видите, телепорт работает отлично. То есть вы можете телепортироваться к любому игроку. А также давайте протестируем функцию тпхнуть ко мне. Я не знаю, будет она работать или нет. Честно, не проверял. Давайте сейчас проверим. Так, пишем. ТП. Ми. И потом никнейм. А, так, давайте напишем, я думаю, никнейм вот их. Потому что они стоят просто в ОФК. И их больше шанс то, что тпхнет. Так, пишем по-быстренькому. Больно длинный ник, ну ладно, что ж поделать. Так, все. И активируем. Ага. Все, я понял. Это, походу, команда все-таки не ко мне игрока тпхует, а я тпхаюсь наоборот к игроку. То есть это, короче, такая же, можно сказать, команда, как Goto. Так, что вам тут еще не показал? Есть еще одна команда, но она смутно работает, но я вам покажу. Это God. God это бог переводится. А, так, как видите, я стал лысым. Угу. И меня почему-то в лобби перекинуло. Походу я умер или нет? Давайте play нажмем. Да, походу я сам себя убил. Так, странно. Ну, давайте сейчас подождем, пока зареспавнится новая карта. И попробуем с вами активировать джамп. Так, все, сейчас у нас должен быть выбор карты. Ну-ка, все, отлично, он идет. Сейчас давайте выберем карту и проверим оставшуюся команду, это прыжок. Но, конечно, я не уверен, что прыжок будет работать, потому что... Скорее всего, есть ограничения, которые вам будут запрещать высоко прыгать. Ну, мы с вами сейчас это, в принципе, проверим. Так, ждем, пока у нас тут будет выбор карты. 5 человек, в принципе, неплохо. А, кстати, я еще одну команду забыл показать вам. Но эта команда больше всего работает, когда вы играете за пиги. Сейчас, если я стану свиньей, то я вам покажу эту команду. Она тоже читерная, вы просто, короче, вроде бы как тпхаетесь и убиваете персонажа. Я, конечно, не проверял, но вот таким у меня предположением. Так, выбираем плеер. Так, получается сейчас 50 на 50, либо бот, либо плеер. Так, ладно, ждем. Все-таки бот. Фигово, конечно, но ладно. В принципе, я думаю, эту функцию вы сами сможете протестировать. То есть, эту команду, в принципе, я вам сейчас ее покажу. А, какая-то команда, чтобы убить других игроков, когда вы играете за пиги. Так, ждем, пока у нас тут анимация пройдет.
Так, все, готово. И давайте сейчас я вам покажу эту команду. Смотрите. Значит, команда вот такая. Вот, вот такая команда, kill. Вы пишете kill, потом никнейм, и вы, короче, тпхаетесь к игроку, и сразу же его убиваете. Я, конечно, не проверял, но у меня вот такие вот предположения. Так, давайте включу ноуклип, чтоб никто нам не мешал. Так, я неправильно написал, походу. Вот, все, заработало. Вот, все. Как видите, я прошел через сетку, а никто другой не может пройти. Так, ну давайте. Ну, тут, я думаю, пока что останемся, пока ноуклип не буду выключать. И давайте сейчас я вам покажу команду для прыжка. Так, давайте ее напишем. Вот такая команда, Jump Power. И давайте напишем, я думаю, 50. Так, давайте ноуклип выключим. Пишем клип. Так, все отлично выключили. И давайте прыгнем. Ну, слушайте, прыжок вроде бы как даже больше стал. Но я не уверен. Давайте заново напишем. Давайте на сотку. Так. Вот, вот сейчас намного заметнее стало. Как видите, я уже прыгаю даже выше забора. Офигеть. То есть я могу перепрыгивать через всякие ограды. Прикольно, прикольно, слушайте. Полезная функция, я считаю. Ноуклип тоже полезная. И флай. Я считаю, самые полезные три функции. Ага. А вот на дом я, как видите, не могу запрыгнуть. Туда тоже не могу запрыгнуть, странно. Так, ага, сюда тоже не могу запрыгнуть почему-то. Короче, не на все можно запрыгнуть, а хотя вот получилось. А значит, смотрите, чтобы на все запрыгивать, нужно ставить намного больше прыжок. Потому что тут стоит невидимая стена, которая вам не дает запрыгнуть. Но если вы поставите прыжок побольше, то все-таки сможете запрыгнуть. Так, ну в принципе на этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Лейзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.